И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, Угабуга, Кокомелион, Кирилл Геймер, Фрэнка, Санёк, Монсун. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. 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 Однако всем здравствуйте. Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика, будем скидывать друг друга на машинах с крыши. Ну, очень сегодня добавится прикольное правило. Мы делимся на команды по два человека, и машины скрепляются веревкой. Теперь, получается, все должны играть в паре. Если падает один, падает и другой. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, вы готовы все? Да. Должны все действовать слаженно и красиво, потому что один косячит и падает и другой. Погнали. Так, Максим, давай как-то будем вместе стараться держаться. Смотрите, как уже все аккуратно играют, потому что очкуют. Шифтом газуй. Приезжаем от них. Отлично. Тихо, стоп. Стоп, стоп, стоп. А, как все слаженно играют. Очкуете, да, пацаны? Веревка сильно сдержит. Да. Тихо, Максим! Желтый, желтый, желтый. Максим, держу. Ну ты чего? Максим! Держу. Да что ты сделал, Максим? Я держу. Я держусь тоже, вот еще один! Я держу тебя. Есть, я не упал. А я могу тебя вытащить? Я попробую тебя вытащить. Ты его не вытащишь никак уже. Это кажется, смотри, берем разгончик. Скидываем. Ну что, ты поднимаешься чуть-чуть, не? Да, да, поднимай. Отлично, я живой. Димаса. Нет, стоп, 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 еще разок. Давай, я посильнее. Нет. Стоп, 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 стоп. Так, шлифуем и резко газ. Ну, я хочу посмотреть, как ты там висишь. Почти. Он там тоже еще один челик. А-а-а, меня скинули. Ну, ё-моё, я пока разглядывал тебя, мне свой не скинуть. Я держу, я пытаюсь. Давай, давай, тарань его. Давай, Сань. Я ничего не понимаю, что происходит. Почему я не могу их его скинуть? Взяли низкие машины. Кстати, низкую машину брать, это очень классная тема. У нас веревка за стоп запуталась. Блин, необычно с веревками вообще играть. Ну реально необычно. Так, подожди, Максим, я сдаю назад. Так, Максим, ты тащишь за столбякой. Веревка запуталась. Да не, все распуталось, нормально. Блин, у меня машина уже пердит, столько раз врезаться. Тихо, тихо, тихо. Максим, ты не падай. Максим, я тебя спасу. Я держу. Веревка держит. Давай, давай, задним ходом. Тарань его. Нет, Кирюша, ты меня не скинешь. Да блин, это ничего не... Ребята, смотрите, как веревки запутались. Да куда, куда... Стой, что... О, распуталась, отлично. Да что за паутина здесь у нас? Так, все, мы распутались, отлично. Надо как-то... Мы договорились, что будем играть слаженно, но что-то не получается. В то лес, то по дрова. Все, у меня машина дымит, давай посмотрим, как они таранятся. А, у вас же... Они запутались. Максим, ты меня тащишь. Все, вали. Кирюшу надо скинуть, Кирюшу. Фрэнка, помогай. Все, стоим. Пусть давай, они там потаранятся. О, блин, запуталась, Санёк. Фрэнка, Фрэнка. Тащи. Подожди, опять запуталась. Стой, стой, стой. Тихо, Сань, Сань. Во, все, распуталась. Тащи, тащи. Вот, упал, упал, поехали смотреть, как они падают. Все, ребята, еще один упал. Отлично, стой, стой, стой. Смотри, смотри, сейчас упадет. Надо этого синего скидывать, давай скидывай синего. Все, назад, Максим, назад, Максим, ну что ты делаешь, назад? Тащи, Сань, тащи меня. А как ты выехал, Салатовый, я не понял. А меня вытащили. А как? Это читай, брат, это братство. Как тебя вытащили, не понял. А меня потянул мой мейт. А как это так работает? Вот так. Нет, я не хочу падать. Максим, я сейчас, короче, беру разгон. Ты готов? Да. Так прикольно там висит внизу. Все, разгоняюсь. Давай, давай. Давай, 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 давай. Блин, не хватает мощи. Переднеприводная машина. Я знаю, как тебя вытащить. Максим, стой. Я догадался. Сейчас сам развалится. Нет. Нет, еще один висит. Вот как сосиски. Давай, скидывай. Все, гость Санек, прощайте. Нет, ну пожалуйста, ну все, зеленые. Блин, прикольно летим, пацаны, мне нравится. А мы летим далеко. Зеленые на везение выиграли. Зеленые лучше. А нет, не на везение, они просто играли слажно, не то что мы. Конечно, да. Гость Санек вообще не любит проигрывать, да, я вижу. Так, ну что, ребята, первый раунд прошел очень весело. Теперь у нас раунд номер два.
Так, давайте тебе возьмем машины заднеприводные. О, я знаю, Максим, какую мы сейчас тачку нам возьмем. Смотри, я Максим, какие у нас сейчас будут тачки. Фрэнка, ну, давай попробуем. Камеры, это реально, ребята, мощь. Ого, они себе взяли уже какие тачки. Гусанек, вы че там? Ну что, вы готовы? Да. Три, два, один, полетели. Мы можем просто стоять, вы нас не... Тихо, 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 назад. Я тебя вытягиваю. Хаммер уже сможет вытащить другой хаммер, насколько я понимаю. Я не могу. О, пацаны, все, вы улетели. А что это было у вас там? Не знаю. И тот тоже скинулся на всякий случай. Так, ну что, грузовики просто решили стоять? Вы нас не сместите. Давай попробуем хаммерами под мост заехать и сместить их. О, все. Попробуй поддевать его. Да нифига себе, он как танк. Смотри, я тупо не могу ничего сделать. Я как щенок просто жмусь. Все. Вообще ни о чем. Загнали. У меня тупо под моим колесом. Ну нет. Смотри, что он сделал, нас тупо позадавливал. А ты что думаешь, ты самый умный? Не, чувак, я тебя смещу с места. Давай, Максим, поддевай его. Вот это он тяжелый. Давай. Да нет, я не хочу падать, я хочу жить. Задний ход. Ну, давай. Ну, блин, во, как есть, вы? Есть. Надо его как-то под него заехать. Алкай его, Сань. Я ничего не могу. Они нас просто зажали. Ладно, Хаммер, покажи, на что ты способен. Алкай его, Сань, по колесам. У него ограниченные действия, так как другой грузовик стоит. Нет, нет. Максим, тащи меня, тащи, Максим. Задний ход. Задний ход, давай. Давай я, короче, сейчас... О, давай попробую обтереться об стенку и за... Давай, я назад сжимаю, жму. О, ребята, вот тактика классная. Я жму задний ход, а он меня тащит. Давай. Нет, ну надо было не... Я просто висю. Что за бред, блин? Максим, ну что? Летим вниз, летим. Бум. А мы никак не выиграем два белоса. Никак не выиграете их? Мы сможем. Вы сможете, знаете, как их обмануть давай, можно? Толкай, Они затупят. Нет, сейчас упадет. Блин, как он не упал. Смотри, что делается. Давай. Ух, кто последний останется выживший. Смотри, Билан. Пацаны, вы выиграли. Вот что значит играть в команде. Если один остался на крыше, значит побеждает вся команда. Хорош, Сань. Молодцы, ребята, это было эпично. Гуси сила. Прикольно. Так, насколько я вижу, у нас, ребята, один человек вылетел с игры. Так, последний раунд у нас будет каждый сам за себя. 3, 2, 1. Сейчас будет решающий раунд, кто из нас победит. Потому что пока мне непонятно, кто победитель. Так, разгоняемся и начинаем таранить этого челика. Блин, как прикольно, без веревки, такая свобода сразу. А ты что тут стоишь, щенок? У меня машина очень мощная. Но она не тормозит нифига. Все, один улетел. Один улетел, красавчик. А кто упал? Максим. Ты что, хочешь мою машину с места сдвинуть? Да я моща. Вот это зря со мной связался, чувак. Вот, давайте красного таращить. Блин, я такой высокий, что я просто наезжаю. Блин, тормозов нет вообще у этой машины. Она быстрая, мощная, но тормозов нет. Я зато могу всем по крышам ездить. Тихо, мужики, вы чего против меня все сговорились? Блин! Тихо. Нет, выезжай, вы. Фух, вот это было близко для того, чтобы упасть с крыши. Так, разгоняемся, начинаем таранить красного. Ну что, красный? Че ты тут стоишь, а? Да не меня, не меня, ты че? А, Максим танцует. Максим, садись ко мне в тачку. А ты че, хочешь меня скинуть? Нет, так не получится. Я по крыше. Тихо, ну мы что ты так ездишь? Вот, все, я загреб. Нет, меня не надо. Тихо. Ну, гусанек, пожалуйста. Ну, гусанечек. Спасибо, что ты меня не смог скинуть. А ты что там красный ездишь, а? На. Не упал? Было бы прикольно, если бы я его скинул. Че? У нас там какие-то артефакты на небе. Есть, красный улетел. Пацаны, осталось еще меньше. Это пирамидный сиреноголовый. Ух ты. Я уже пердю. И уже другие пердят тоже. Ух ты, ё-моё. Так, тараним. Вижу, кого вижу, того и тараню. Я загорелся, нет. Все, я не должен был гореть. Я тогда заберу кого-то с собой. Вот его забери.
Ну все, давай, будем вместе падать. Я пошутил, я падать не буду. Это была шутка. Я пердю, но смогу еще скидывать и других. Может, я еще побежу на такой тачке? У тебя большой шанс, что ты проиграешь. Я не знаю. По-моему, все, Дима заглох. А, нет? Да, все. Я пошутил, я еще езжу. Я еще еду. Колеса крутятся? Крутятся. Тихо, тормоза, тормоза, тормоза. Классно, что я могу вот так вот машину под себя пропускать. Нет, пожалуйста, не скидывай. Все, заглохло. И тормоз, тормоз, тормоз. Все, давайте нас двоих скидывайте, пацаны. Он тоже заглох. Я понял, ну это да, не знаю, ты первый. Не, пусть Саня первый. Нет, Все, моя машина улетела вниз. Ой, у меня так ноги прикольно, невесомость. Дима, ты видишь, как пилос валяется? Трое, да, осталось? У всех уже машины пердят. Очень жестко. Это правда. Вперед, у меня отца. А, гусанёк, я к тебе сажусь. Я в тебя верю, давай, Санёчек, ты сможешь. Давай, Саня. Чё делаешь? Они на этот. Я с тобой, Димас, еще сижу. Да, мы нас пятеро здесь. А, не, четверо. О, прикольно, у нас тут компашка собралась. От первого лица вообще эпично. О, еще уже больше. Пятеро нас. Отлично, вообще классно. Давай, Гусанёк, я в тебя верю. Ты хороший водитель. Я плохой водитель. Тащи. Офигенно играть от первого лица. А все, Максим, занят. Ребята, я хочу заспойлерить, что будет на моем канале выходить. Через пару дней заказываю себе VR-шлем и будут выходить ролики по VR. Так что ждите. Да сейчас, Сань. Будет очень круто, потому что я буду записывать Гаррис Мод в VR. Представьте, будет рубрика «Аниматроники пугают охранника» на VR-шлеме. Это будет офигенно круто. О, Саня, машина пердит. Ну? Давай, Сань, тащи. Ну все, тут пердовоз сейчас заглохнет, его надо просто преследовать, и через время его можно скинуть, потому что он будет недвижимый. А, и главный твой противник это Фрэнк, у него фулл хп. Не, у него не фулл хп. Кусок шмерц горит. Он еще ездит? А, нормально. Скидывайте фулл шмерца. Давай его додамажим. Вы его вдвоем просто скиньте-то и все, а там уже между собой будете решать. Блин, у меня тоже там есть. Если мы упадем, будет страшно от первого лица. Давай. Все, давай, тарань его. Хорош. Жмите его, гните ему тачку. О, еще чуть-чуть. Вот, да, по очереди. Еще чуть-чуть. Ай, гусанёчек. По-моему, сейчас долго будет со мной. Все, 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 все. Осталось двое самых мощных игроков. Короче, это на разных крышах, на раз, два, три, таранимся. О, давайте, да. Дуэль. Три, два, один. Полетели. Ю-ху-ху. Бу, все, гусанёк, ты проиграл. Гусанёк загорелся. Тактика такая себе, не очень. Рядом взрывы на них. Ну давай, взорви его мотор уже. Есть. Победила дружба. Победила дружба, ребята. У нас нету ни поигравших, ни победителей. Ну, белазы круто упали сегодня, мне это очень понравилось. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Красиво. Это было очень красиво. Мой загар хороший. Ты перданул.